bad things. It's a lot of bad things that they wish and wish and wish and wish and wish. Ассистент! Ассистент! Чеши меня! А, я себя. Ассистент! Ассистент! Аккуратно, там приклеено на суперклей! Ротик завалила швабра! Всем привет! Меня зовут Егор, и сегодня я с моей неистовой подругой Кайли Дженнер. А я со своей... Как тебя там? А, забыла. Ну, мне просто каждый раз новые имена. Сегодня познакомимся заново. Сегодня мы будем краситься, болтать и собираться. И будем мы собираться в клуб. Куда? В клуб? Да. Ты привезешь сегодня в джипси? Да. Сегодня мы решили с моей подружкой поехать в клуб и сделать вот такой вот... Хотел сказать травести. Вот такой вот экспресс-макияж, который вы можете повторить за нами и сделать такой же вот макияж, ну, как бы вот как все нюда вы, да? Такой нюде. Сделать и поехать с нами в клуб. Нюде этот макияж. Ну, вот и увидим, где же он. Как-то тупо, давай еще раз. Нормально, да? Хорошо все. Как, нормально? Жаль, да. Я не понял, а смысл-то мы ловили вообще, куда ловили, мы идем еще? Да, в клуб, ты да? сказал, собираемся. Сегодня мы раз... Сегодня мы вам расскажем... И видно, кто вчера пил, ты или я. А похмелье-то у меня. А язык заплетается у тебя. В общем, будем краситься с вами, болтать по душам. Я думаю, вам понравится такой формат видео, потому что мы уже первое видео наше выпустили с тобой, и оно было очень успешное. Да, и у нас сегодня будет целая рубрика теперь, когда мы будем в образах что-то вам обещать. Так что, погнали! Погнали! Если честно, я бы хотел попробовать такой макияж, который девушки даже могли повторить, и сделать вот какой-то нюд, просто, может, классическую стрелку, реснички, и я бы, например, себе бы я добавил в акцент блестки в уголок глаза. Это очень легко, как по мне, такое может сделать каждая, и очень интересно. И такой макияж будет эффектно смотреться, тем более у меня будет образ с такими вот украшениями, вы потом в конце все увидите. Ну, говорить ты, конечно, я вижу, очень красноречив, да. Очень силен, а как к делу... А к делу, мы... конечно же, меня сегодня будут красить Егор, потому что ручки у меня, как говорится, не с того места. Глазки я доверяю только своему любимому визажисту. Максим, ну какой сегодня будет у нас образ? Ну вот что ты хочешь? Я уже знаю, какой у меня будет образ. Я тоже знаю, потому что мы с Егором подбирали в магазинах. Помните, у нас в предыдущем видео у Егора были вот такие вот натяжки, но они очень дорого стоят, 500 гривен, а я не одноразовый. Максима не нашлось только денег. Да, и поэтому Егор, как мне как подружке, заказал на Алиэкспресс такие вот бюджетные пластырьки, знаете, такие и на пёточки, и на голову. Коробочку. Короче, как они работают? Они классные. Как они работают? Да, Егор попробовал. О, вот, тут даже есть инструкция. Да. Ай, кавай. Нихао. Бля, дура, не знаю. Это можно черные точки удалять. Класс, вау, вот это эффект. Это такая пальмочка. Шальная. И знаешь, что круто? Что их можно наклеить несколько штук. Так, девочки, можно сэкономить на инъекции. Я же в инстаграме написала 45-летняя женщина под моим видео, где я делаю себе макияж, что это вообще ужасно, парни должны краситься, ты выглядишь как... Знаешь, я зашел на ее страницу, смотрю, она мама, она жена, она супруга, 45 лет, она заходит на мою страницу и позволяет себе, ну, такое писать. А я ей ответил, спасибо за хайп и вот такой вот смайлик. Тань, может, хватит там хрюкать на фоне? Сидишь, хрюкаешь постоянно. Это наш ассистент там за кадром.
О! Вот, тут утеря чувства. Вот, блин, давай вторую мне вот так вот. Посмотри, какая лютая, дикая такая. Как с каких-то мультиков, знаете, когда злых и так рисуют, у них вот такие. У меня вообще было черные. Жертвы пластики. Жертвы Инстаграма. Что ты куда-то вообще? Ой, нельзя смеяться, вот это тяжко, девочки. У меня все сегодня вот так вот. Чтоб на себя губок не было. Слушай, глянь, как у меня. Пиздец. Лучше, чем глаза закрыть можно? Да, лучше, чем за 500 гривен. Я просто сегодня танцую в джипси. Вы нельзя смеяться, девки. Брови поползут. Упадут, я бы так сказала. И настроение, как говорится, поменяется. От бровей зависит ваше настроение. Сегодня у меня такое слегка удивленное. Держится? Да. Сучка! А ну, есть эффект? Да, я такая злая, капец. Кто? А кто сегодня мне купит коктейль? Ты такая курва. У нас с тобой вечно, знаешь, такие ситуации случаются. То нас с тобой в клубе, ну, в частности, меня обманут. То нас вообще украдут обувь Ботфорды, да, девочки? Пошел я, в общем, где купить обувь? Все очень просто. Зашел я в свой любимый секонд. Ну вот. И захожу я, в общем, в секонд. Там стоковая новая обувь продается. Mm-hmm. Я так чисто, знаешь, пробежался. Смотрю, стоит охеренные ботильоны черные. 43-го размера. Каблук. Серьезно? Да. New look. New look. Скидка 70%, девочки, за 250 гривен. Боже, конечно же, Ботфорд, я купил. Это для Ботфорда это нереально низкая цена сейчас. Да, еще нашел Ботфорды тоже, бежевые, красивые, вообще бомбовские. В общем, накупил я себе кучу обуви. Ну да, ну, начнем с того, что я помню эту ситуацию. Мне Егор скидывает фотографии, я просто покупаю. У меня для всяких видеосъемок, для фотосъемок нужны такая необычная сексуальная обувь, даже для обычных моделей. Егор говорит, о, тебе надо для образов? Я такой, да, тебе, давай. Типа, я поскидывал ему фотки, вот, купил, а у меня на деньги не, у меня на карте не было денег. Я говорю, мы были с мамой, говорю, мама, плати, пожалуйста. Она, да, тогда, конечно, мы пришли домой, расшифрила я, в общем, свою обувь. Чтобы вы понимали, он с мамой покупал нам каблучки для травести образов. Мы с мамой вместе мерили. Вот, и мы, в общем, мама, как, давай мерить эти Ботфорды, и все, я в них влюбилась, их никому не отдам, все. Вот это я не знала, это если так серьезно. Капец. Знаете, мама уже у юных травести артисток отбирает обувь. Вот, а, вот как сказала, так жить? Вот это у тебя мама модница, еще модница. Таким Кардашьян. Моя мама сказала, что она не любит парней на высоком каблуке, на высоких каблуках. И что нам теперь делать? На танкетке ходить или на чем? Или это, шлепали шлепки, да? Будем на низком ходу теперь, в кроссовках, кроссовки-сникерсы. Слушай, я уже такая в камере. Бледа? Мне вот нравится, знаете, мы с Егором собирались сделать нюдовые макияжики. Я не успела отвернуться, знаете, посмотреть, что мне там дальше делать. Смотрю, а тут уже желтый глазик. Обожаю такой стиль, конечно. Ну это тушевка. Ну понимаешь, нюд, мы с тобой парни, нужно что-то сделать такое, чтобы немножечко наши глазки превратить в женские, понимаешь? Mm-hmm. И вообще мы с Егором решили, что для этого видео нужно прям хорошо подготовиться, и мы заказали линзы для глаз. Мне Егор посоветовал очень прикольный магазин, называется Kingdom Lens, как-то так. Да, да. Короче, а линзы тоже такие. Да? Да, тоже с этой фирмы. И слушайте, кстати, историю. Только что, я просто вчера быстро забирал на посылке линзы и... Это дура, не нашла контейнеры, которые валялись в кулёчке. Да, я расскажу. В итоге... И купила новые. Сейчас. Тряхим анкеточку. Я хочу сейчас одеть линзы, потому что Егор мне будет делать глаза. Пока Максим моет руки, я уже буду с готовым макияжем глаз. Я ушлась с камеры. Хочу желтую сияшку хочу. Хуяшку. Вот такую вот. Ой, опять клитер. Так, уже моя лютая подружка надела линзочки. Максим, а ты бы рискнул вообще вот в таком вот образе куда-то выйти на улицу? Ну, ради эксперимента, да. Может быть, в следующий раз поедем с тобой куда-нибудь в ЦУМ? Ты серьезно? Хай, бич. Хочешь?
А что это такое? Неожиданное. Как всегда, подзарядка нам нужна, потому что сегодня всю ночь гоцет. Ты заметил, у нас с тобой все видео с Red Bull. Я, как всегда, на баре. На баре синем мы танцуем под минимум. Да-да-да. Ты уродина, потому что еще без ресниц. Как ты. Классно я пою? СМР-видео. Дура, блин. Ну шо? За вечер, подружка, давай. Чтоб на***ло. Так, я нашел себе реснички со своей бьюти-скринки. У нас, как всегда, вот, тут смотри. Такой бардак. Может быть, когда-то покажем зрителям, что же происходит по ту сторону экрана. Не-не-не-не-не. Очень качественные реснички, всем советую. А вот для тебя такие, на нюде, ты ж хотела. А еще надо за обскубыши, блядь. Ты ж хотела нюдовые. Ну куда, их уже 20 раз поносили, все погрызли. Это новые, они просто такие есть. Ну очень-очень легкие, мне надо поярче. Так что делай мне фиолетовый глаз. Фиолетовый глаз? Как синяки под глазами. Гулять так гулять. А какие у тебя еще яркие тени? Да у меня много есть, я просто не брал яркие. Ты же сказал, что хочешь нюдовые. Да ты тоже сказал, что хочешь нюдовые макияж. Посмотри, вот у меня, кстати, есть еще. Делать акцент на губках, говорит. Посмотри, какие яркие. Вау. На глазах. Очень пигментированные. А я тебе говорю, я тоже так думал. Но когда наносишь кистью на глаза, на подложку, они пигментированные. Какая у тебя будет одежда? Опять мой тени, тварь! Подымай. Да, я не хотела, я надеюсь, ничего не разбилось. Мира, я все видео сижу, на тебя смотрю. У меня такая бэка, так чисто, знаешь? Алло! Айфон X5. XS Max, блядь, 55-й. Алло! Да. Еще рано. Видуют лузеры. Танцуй под бузову. Господи. Дикая. Я полностью все. Ой, моя, ты 90-е, еще, знаешь, плоечка вот так вот подкрутила. Такая жинка. Фантастично, жинка. Максим, ну мы уже снимаем видео, выруби. Выруби, Максим. Сейчас пинцетом убью, тварь. А я бы искала. Ну ты на себя. А так вот. Вау, ого, вот это пигментация, конечно. На нуде, у меня, кстати, макияж подходит под шторы, знаете, у нас тут такие шторы. Кстати, это вообще можно было как фон использовать. Может мне платье сделать сегодня? Может поменяем образ? Внизу? Дайте я сама. Я буду опять как чума, ты меня специально хуёво красишь, чтобы я была некрасивая подружка. Нет! Я тебя сейчас кисточкой убью! Я тебя сейчас... Тварь, я твои палетки нахуй выкину, как только ты отвернёшься. Не трогай меня. Смотри, у тебя красивые фиолетовые тушёвки, оно будет классно. Ты же сам захотел фиолетов. Остановись. Вай, да? Микса, я тоже хочу. О, другое дело, как-то по-другому оно что-то играет, но другими красками. У нас тут операторы воруют зеркала. За лучше Red Bull, подлей, пожалуйста. Вверх смотри. Я так люблю, когда большой и толстый петушок во мне. Так чисто реснички наклеить. Наклеили, бля. Наклеили! Или стрелочку еще забыл. А может еще стрелочку? А знаешь что, давай мне такую графичную стрелочку волной нарисуем. Ну что, я наклеил Максиму ресницы, прокрасил как бы космический, я уже в космосе. Ну что, 3, 2, 1. Вау! Слушай, у тебя еще макияж темнее, чем у меня. Да. Ну я явно сегодня не на нуде. А я люблю тебя как и на нуде. Сири, привет, ты идешь сегодня в клуб с нами? Сири, ты неистовая транссексуалка? Как скажете. Сири, подскажи, какой мне сегодня выбрать? Блеск матовый или с блестками? Я не совсем понимаю. Потому что ты не мейкап-артистка. Ладно, пусть давай уже красить так. Давай красить тон, да. Серьезно. Блядь. Клей убирай, дура. В общем, мы сейчас попробуем помадой перекрыть себе бороду. А у нас вот... А это не красное, начнем с того. Ну и что?
Так я захотела. Давай так и оставим. Ты же хотел бороду нарисовать. Может, мы сегодня будем такие, знаешь, необычные, типа, с нарисованными бородами? Да, делай. Окей. Вдруг не получится, вместе будем смывать. Ой, нет, давай. А чем бы потом нас тушевать? Давай это первое. Это какая-то синтетическая, это чистая кисть. Вот эту. Нет, это я буду тон делать. Вот эту использую. Чистая она? Даже, да. Ой, сейчас не растушевывают. Ой, я не буду рисковать. Two hearts later. Не, смотри, перекрываются. И что перекрывают? Короче, херачить красным, да? Фантазер. Ты меня наживала. Перекрываем бороду. Слушай, делай лучше не палочки. Это сильно красный, это много, Макс. Ты думаешь? Ты розовая вся. Ты думаешь? Хватит. Сделай за сам. Все, это дорогая помада. А вот сюда. Хватит. С кисточки разноси. Я сама решаю, ты как Анчита, только розовая. Что это такое? Ой, блядь, я не могу. У меня уже и нос розовый. Дай мне такую кисточку. Сейчас я очищу ее. Дура, конечно, она очистила. Ладно, у меня есть больше, вот такая. Для большого ебала. Лучше бы сразу мне ее дала. А ей, кстати, намного быстрее. Раз, раз, и все готово. У меня аллергия на косметику. Чем вы мне красили? Это тон от Huda Beauty. Кстати, у многих на тон от Huda Beauty аллергия. Ты в курсе? Ой, что-то не перекрывается. Что-то не перекрываются. Пиздец. Пиздец, девочки. Вот так вот мы и накрасились. Экспресс-макияж в клуб. Вот, я надеюсь, вы не будете свои бороды красной помадой херачить. Но мало ли, если, знаете, после поцелуя у вас там... Девочки, этот... бороды свои сбривать надо. Угу. И усики депилировать. Не, ну смотри, реально перекрасить. Сейчас еще тон сверху положим. Я думаю, будет нормально. Блин, краснеет еще. Блин, у меня тут красная, девочки. Да шуй! Бэдги бэд! Элс, Депс, Дабл, Чабл. Птица. Красный. Днем до хулигана. Одна длинноногая, икона стиля. А другой икона музыки. Машине шпилит. Время и... Кали, Кали и Егор. Кали и Егор. Кали и Егор. Как-как-как-как. Чего же тут эти синие стрелки? Так их можно отлепить. Нет. А, да? А что ты не сказал? Пиздец. Это пошла бы со стрелком. Так отлепеть. А я уже думаю, чем бы их закрасить. Так, меня никто не оценил, а я буду такая. За взлетными полосами. А у меня в клубе будет платье, знаешь, такое, типа, под стиль вот эти вот. Ты понял? Это что, стиль Pornhub, за? Нет. Имею в виду вот эти вот, которые... Наездницы. Наездницы. Лютые. Я думаю, хватит тона. Ты думаешь? Пора остановиться, у меня уже я не могу дышать. Ты действительно так считаешь? Ай. Так, все, давай быстрее закругляться, потому что нам надо еще... Тайм-тайм. Очень много всего успеть. Успеть на халявный вход-клуб. Малинки, малинки. Такие вечеринки, веселые картинки. Где лучше девчонки? У нас в клубе. Где лучше трансухи? У нас в клубе. У меня на канале. Угу. Смотри, я такая, нихао, корейский макияж, я. Привет, бич. А я кто вообще? Кто я? Кто я? Кто я? Звездный воин Боря. Боря уже больше нет с нами. Азианджа. Слушай, брови понаклеивали, зубы поставляли, да. Ресницы, линзы. Может, просто все... сразу маску одевать? А там, знаешь, что это вот парень подцепит себе девочку, да, девочку, придет домой, да, переспутание, переспрятывание. А вот там просыпаешься, а там хоп, мужчина. Ну, бывает, все. А ночью там не видно, что... Сюрпризиком, как говорится. Пойду пописи, нажми на стоп. Слушай, Максим, у нас с тобой уже столько крутых каблучков, я даже не знаю, что сегодня надеть, какую обувь, я в растерянности. Я сам в шоке. Звезда в шоке просто. Чтобы нашли столько обуви на наши нишки. Будем сегодня красивыми, гарными жинками. И буду делать так, скулки. А я тенгло себе делаю... Хочу, что говно намазал. Я знаю.
Ой, ты такая же объемная. Вообще, чтобы выделить вот так вот яблочки, нужно вот такую делать коррекцию женскую, так вот, у него закругленную кросу. Я тебе говорю. Слушай, я смотрю, ты опытный. Опытная. Опытная хуйню делать. Смотри, у меня видно все. Посмотри в зеркале. Тогда высыпаю наш beauty кокс. Да, давай. Куда тебе? В ладошку. Давай на зеркальце себе. Или наоборот, закрой. Вот. Футболка чистая! Была в начале съемок. Все, давай. Побольше, как мы любим. Ты ноздри прочистила. Тань, купюру скрути. $100 Хватит. Боже, это там мы с тобой кокаинщицы. Давай на пару. Ты не боишься, что нас так сейчас засушится? Засушится зона под глазами, мы с тобой будем вообще как морщинистые старые. Сучки. А на лоб ты наносишь? Да куда столько? Оставь мне, все, больше не дам. Халява, девочки, исчерпана. Вот так. А я уже все намазала. А мне не хватило. Я не могу определиться с цветом. И какой второй? Синий и розовый. Ну, будешь Харли Квинн? Подобие. А. Жалкое, мерзкое подобие. Не квак. Короче, делаем скульптурирование. Ты взял скульптор? Да, твой. Beauty UK вот этот. Да, мой любимый. Да. Просто цвет удачный. Сегодня скулки, да, поактивнее? Нихера себе. Ты вообще кисточку стряхиваешь? Ты что, не видишь? Что ты там машешь руками? Ты купил носик сдернутый? Посмотри, какой носик сдернутый. Как ты так рисуешь? Просто у меня нос такой хороший. Ну, не получается. Какие-то полоски. Все, будто нос такой. Кисточка. Смотри, у меня новый нос тройной называется. Три носа, девочки, не хотите? Ужас, а что ты делаешь? Максим, как ты думаешь, нас не будут убивать в торговых центрах и прочих? Мы сами кого убьем каблучками 45-го размера. Боже, посмотри на себя. Почему? У меня в жизни столько косметики, а то тупо надо фотку сделать. Давай такую фотку сделаем. Mm-hmm. Ты что, дура? Да тебе так же грязно. Ты просто, блядь, кисть протушевала мне об штаны. Ну не стопка. Какого цвета губы мне сделать? Я уже готов наносить цвет. Я думал сделать себе контур бордовый, понял? Чтобы был контур темный. А заполнить помаду красную. Ты понял? Да. А я хочу такой бежевый, типа, кайф. Ты думаешь, подойдет такой цвет мне под одежду мою? Да, думаю. Посмотри, не много ли у меня хайлайтеров? Нет, это же травести. Тут как бы никогда ничего не слишком, как говорится. Добавим розовых румян, таких пич. Слушай, а у меня нет с тобой карандаша, представляешь, моего темного? У нас прям с каждым разом все больше и больше травести, реально. Ну мы же с тобой все-таки травести артистки. Шучу. Ой, хорошая кисточка, возьму себе. Вернула обратно. Блин, думала, не заметит. Быстро сказала, тварь такая. А! Что упало? Ой, не знаю. А верни, я видел, что ты засунула ее. Куда? В сиси. Слушай, подними там гель мой для бровей. Где? Вот, блядь. Ассистент! Ассистент! Уволен! Я дико изнял. Ассистент! Возьми расческу, расчеши мне мои белокурые локоны. У меня ногти, я не могу ничего делать. Да. Ты такая, знаешь... Who, me? Ты знаешь, как это слепая певица-то? Диана Гурцкая! Чеши меня! Ассистент! Ассистент! Аккуратно, там приклеено на суперклей. Ротик, завалила швабра. Я сегодня такая агентка. Нахуй покрасили 3 часа. Грязь и губы, блядь. Глаза, чтобы одеть очки. I'm sorry, соседи. Мы такие с тобой на принте. Так. Ну что мы скажем, я сегодня агентка 007, а ты Диана Курская. Так, ну что, снимаем очки, покажем, какие мы образы. Давай на раз, два, три, типа клип такой. Тут Джеймс Бонд или что там? Снимаем очки? Давай такие.
Вау. О май гад. Мы сегодня просто с тобой luxury bitches. Yes. Девочки, у меня... Напишите, как вам наше сегодняшнее преображение. Я, мне кажется, как всегда, на высоте. А я, как всегда, такая, типа... На низине. Я... Ты заметила, что у нас с тобой всегда разные образы? У меня вообще там муж Джей-Зи завалила. У меня Егор Крид, и что? Он тебе не нравится. И что, он мне не нравится, но он очень популярный. А за пиар я готова на все. У меня вот такие ногти, как обычно. Я всегда с ногтями, с маникюром. Не то, что некоторые, я всегда на маникюре. Я просто хожу делать на маникюр лучшую мазь. На расе он мне же надоело. Бля, ай, глаз тебе попал ногтем. Серьезно? Блядь. Что у меня с глазом? По-моему, дырка. Серьезно? Да, как бы ты с дыркой сидела? В общем, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам наше сегодняшнее перевоплощение, как вам вообще такие изменения в людях. Мне кажется, что с помощью косметики можно реально сделать, ну... Ну, тут как бы, ребят, все. Не только косметика, тут очень и много... И опыт. Линзы, косметика, боже, макияж, одежда, вообще полностью целостный образ и вся картинка. Вот от этого зависит хороший да, результат. Да, согласен, и свет. Чтобы вы понимали, мы на эти видео тратим минимум день. Просто целый да, день. Целый день. Целый день мы сидим красимся. Да. Чтобы вам потом просто 20 минут посмотреть. Так что просто цените этот труд и ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. И на не мой. Только на этой подружке, а и на мой. Мы вас очень сильно ценим. Пишите нам побольше своих комментариев, ставьте палец вверх и всем пока.